Прокуратура проверит деятельность экс-главы Торжка Юрия Гурина. Напомним о том, что градоначальник покинул свой пост, стало известно, 26 января. Во многом причиной отставки стала ситуация, сложившаяся вокруг отпускаемых психотропных и наркотических препаратов жителям города, нуждающихся в таких лекарствах по медицинским показаниям. Несмотря на высокую социальную значимость, решение этого вопроса и ряда других задач в социальной сфере администрации города долгое время откладывалось. Проверку деятельности Юрия Гурина начала прокуратура Тверской области. Прокуратурой Тверской области организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о возможных нарушениях при отчуждении муниципального имущества, муниципальной аптеки, а также при обеспечении отдельных категорий населения льготными лекарствами, а также наркотическими и психотропными препаратами. По результатам проверки будет дана оценка действиям органов власти по отчуждению муниципального имущества, а также при обеспечении населения льготными лекарствами.